Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале CompactGame. С нами, со мной Леку Изла. Меня зовут Антон, и мы начинаем. Погнали. Мы сейчас играем на серии RostoCraft. Это Skyblock, выживание. Это тот самый Skyblock, ребят, в котором есть... Я вас сразу веду в курс дела. В котором есть киркан, эффективность 9. В котором, можно сказать, супергенератор, который будет добывать миллион алмазов, золота, железа, лазуритов и так далее. На наш остров. Это тот сервер, в котором мы будем ставить себе миллион твинков, чтобы они копали майнеры. Вот как, вот видите. Копатель в табе. Смотрю я сейчас, ребят. 5 человек копателей. Потом у другого тоже 5 копателей. Ну что, ребят, скажите что-нибудь. Чё я тут один распинаюсь? Ну вот, предлагаю... Скины поломались. Скины поломались. Видите, то, что на моем видео у меня вот такой скин. У Вани вообще нет скина. Вот у Леку вот такой скин. Ну, у них почему-то у меня баба скин. Так что... Вообще пофиг, на самом деле. Мы пытались начать с 11 часов, но не получилось. У нас есть... Смотрите, ребят, веду курс дела. У нас есть факел. Факел можно не ставить. Берем лед и ведро лавы. Мы должны сейчас... О, можно вдвоем? Леку, ты правильно делаешь? Руби деревом. Так, можете собрать уже семена. Хотя, не собирайте. Вот, смотри, ты правильно делаешь, руби дерево. И скинь мне его, пожалуйста, сейчас. Скинь мне, пожалуйста, дерево сейчас. Я сделал генератор лавы и прямо из дерева, да? Много. Генератор булыжника. Булыжника. Я говорился, лава, сори, ребят. Так, вот тут я сразу поставлю шахту. Нам надо найти в этом выживании 3 алмаза, иначе все пойдет по наклонной, и мы будем очень долго выживать. Главное, алмазы не просрать. На этом острове есть 3 алмаза. Так, надо бы мне звуки убрать, а то они слишком громкие. Так, где же дана музыка и звуки? Общая громкость поставлю на шестерочку. Из земли сейчас я построю генератор. Простейший генератор. Самый простейший. Потому что нам надо это сделать. Так. Лаву, по-моему, надо поставить вот сюда. И вот так поставить землю. Дерево, подозреваю, надо убрать, чтобы оно не сгорело и не загорелось. Антон, ты кого-то один видео записываешь. Ну, я не виноват, что вы не разговариваете, но, ребят. Это ж летсплей, тут не надо каждую секунду тараторить. Почему Будет не надо? Проще. Почему не надо? Ладно, так. Почему надо? А почему не надо? Я сделал все неправильно, и мне надо чуть-чуть еще больше земли. Мы посадили дерево, но мне нужна земля. Миш, Леку, скинь, пожалуйста, земли, или кто-нибудь, скиньте земли. Нет земли. Какую кнопку кидать? Забыл. На Q. Так. Я чуть неправильно просто поставил, надо чуть на один блок отодвинуть. Трава уже позеленела, но нам это сейчас не нужно. Так, ставлю лаву, простейший генератор булыжника готов. На этом сервере может скиниться камень, булыжник, золото, алмазы, все что угодно. Нам надо повышать уровень острова для того, чтобы... Да, копай. Копай, дорогой друг. Вань, раб нанят. Угу. Так. Здесь надо улучшать уровень острова, чтобы нам попадались более редкие ресурсы. Сейчас я напишу is, и тут вроде бы можно как-то посмотреть. Вот. Не помню, как посмотреть. Нет, тут нельзя посмотреть. Ты можешь просто посмотреть, какой уровень острова у тебя есть. У нас сейчас уровень острова... 24 уровень острова. Сейчас у нас, ребят. Mm-hmm. И обмен целый блок на уровне. Мы можем ставить на остров блоки. Ой. А можем их вот сюда, вот в комментацию блока засовывать и повышать уровень острова. За уровень острова, чем выше уровень острова, тем у нас будет больше ценных ресурсов попадаться. То есть, допустим, у нас сейчас попадается один булыжник, но мы прокачаем уровень острова, и у нас будет больше вероятность того, чтобы у нас попалось то же самое железо. Железо. Напоминаю, чтобы добыть железо, нам нужно каменную кирку. Это так. Потому что Майнкрафт давно мы втроём не играли. Ни я, ни Ваня, ни Леку. О, золотая. Дерево. Руда. Так, а как ее добыть? Как ее добыть? Железо. Ей нужно железо. Там оставить. Там оставить, на самом деле, да. Ваня тебе правильно говорит. Надо сделать сторонний генератор. Так, лед. Так. Где же оно это сделать мне? Вот тут вот подозреваю. Окей. Ух, мы не сгорели. Уже хорошая новость. Вот он будет проще. Ты так паришься. В смысле?
колоду можно засунуть вот сюда. Думаю, вот так пойдет, нормально все будет. Так, нам нужно в первую очередь бросить дерево. Тут глубина какая? Чтобы не провалиться вниз. Ну, глубина. Насколько можем вниз копать? До нуля. Нет, не до нуля, еще меньше там. На какую кнопку включить координаты? Я не помню. F3. Ага. Смотрите, я вас сейчас введу курс дела, для того, чтобы нам не просрать все ресурсы. Сейчас напишите слэш, напишите is, и напишите go. И вы телепортируетесь на точку дома. Леку, ты еще не ставил... ну Леку поставил точку дома тоже, ты молодец, да, ты сам додумался. Так, сейчас я сделаю... Кое-то нашел. Кому-то звонят в Дискорде, у нас запись. Так, я поставил генератор, теперь он двусторонний, можно ставить вот тут и сразу же его генерировать, так сказать. Ну, не генерировать, это добывать генератором. Так, у меня еще кирки нет, это странно. Ну, кого я нет? Кого она есть, точнее. Так, у меня и дерева нет. А вот дерево, супер. Все забрал. О, кто-то кирку скинул, спасибо большое. Я подобываю булыжник. Поставлю сюда дерево. Нам сейчас надо копить на поршень, чтобы я поставил автоматический генератор, чтобы у нас булыжник не сгорал. Так, сейчас я сделаю сразу вот так вот, для того, чтобы у нас меньше сгорало блоков. Так, ты не очень хорошо делаешь, что ты из земли это строишь. Потому что она может упасть, ты пока ее не ломай тогда. Ты бери камень, ну или дерево, лучше дерево, наверное. Кто ты? Как я не говори. Как кто? Ну, ты говоришь ты, а ты кому? Короче, ой, у меня 50 FPS, надо мне вот так сделать. То я хочу, чтобы у меня было чуть побольше FPS. Графику поставлю на детально, а не на потрясающе. Так, у меня, походу, все нормально, 90 FPS. Ну, ничего не изменилось. Интернет? Вай. А, нет, это просто блок ломается. Все хорошо, да, это просто крафт. Здесь меня не забанят на сервере после таких слов. Хотя у меня 40 подписчиков, и думаю, меня не забанят. Это очень много, да? Много. Так, сразу сажаем деревья, ребят, потому что это очень важно. Да. Так. Нам надо сейчас дорасти до поршней. Надо дорасти до каменной кирки сначала, вообще-то. Уже дорасти. А там любые блоки могут заспавниться? Любые. Ну, не обсидиан, не бедрок. Ну это понятно. Такие добываемые, понимаешь, да? И земля может там? Нет. Земля. Рудные блоки. Рудные блоки. Вот сейчас надо нам добыть камень, железо. Пауза. Пауза прошла. Извините, это технические неполадки, ребят. Вот, у нас уже выросло дерево, это очень круто. Пока была пауза, мы тут подобывали немножко, а именно 4 булыжника. Ну, все, что есть. Так, сейчас нам надо раскопать эту местность. Вань, я бы тебе не советовал слишком сильно обкапать этот остров. Вот, мы уже нашли желто, мы нашли железо. Кто там еще нашел железо? Сделайте печку, пожалуйста. Чтобы мы могли это раскопать. А я из-за железа нет? Ой. Чтоб переплавить железо. Да, и золото. Так, песок это очень ценный ресурс тут, ребят. Песок это очень ценный ресурс, он дорогой. Как я помню. Хотя я могу ошибаться, но вроде бы. Так, и строим мы все из полублоков. Потому что надо экономить. Тут блоков мало. Так. Тут на этом острове есть 3 алмаза. Их надо найти, чтобы нам комфортно копать. И так далее. Так, нам нужно накопить редстоун. Вот, я уже нашел угорь, ребят. Это круто. Нам нужен редстоун. Будет очень круто, если нам попадется редстоун, потому что нам нужно сделать повторители, компараторы, поршни, красный факел для того, чтобы сделать автоматический генератор. А без автоматического генератора тут жить очень трудно. Даже не очень трудно, а без автоматического генератора тут невозможно. Антон, не провались. Я знаю, тут еще глубоко, посередине острова. Так, из самого низу, я всегда, когда тут выживал, я из самого низу строил себе
такой такую платформу, на которой я выживаю. Так, зачем я добываю золото? Тут уже есть в бездну проход, так что вы не повалитесь аккуратно. Да, в ту самую бездну из Warframe, ребят. Я нашел первый алмаз. Ну что он, сам говорил так не делать, сам делаешь. Не, я говорил, а Warframe мы будем снимать, ребята? Я, по крайней мере. Да? Я буду снимать, и кто знает игру Warframe, пишите обязательно, если хотите увидеть ее на моем канале. Ну и на канале других ребят. Так. Нифига себе вы тут раскопали. Да, просто остров вы хотите полностью снести, как я понял, да? Нет, лучше так не ставь землю попросту. Ее лучше поставить в окутанный булыжником слой, потому что это очень ценный тут ресурс. Сколько у нас булыжника, ребят? Так, все просто. Булыжника, нормально. Я ставлю печку сразу же. Куда же ее поставить? Наверстак. Так, сразу засунь туда уголь. Вот и железо. Нормально, нормально. Так, вот булыжник. Сразу делаем полублоки и строим платформу. Я сейчас спускаюсь в самый низ и строю платформу, ребят. Для того, чтобы там выращивать дерево и так далее. Хорошо. Нам повезло, что сейчас утро. Ну как, утро, день. Не знаю. Так. Нам очень повезло, что сейчас светло, как бы. И все хорошо. Как я понял, вы хотите полностью раскопать остров. Я его никогда не раскапывал. Это было как база. Все-таки. Только не копайте. Корова, она не упадет. Сам копаешь. Вы копайте, короче, все, кроме того блока, на котором у нас спавн. А то мы упадем просто в бездну и все. Так, хорошо, просто. Мы его не раскопали. Не раскопали ли? Да. Не раскопали ли? Надеюсь, не раскопали ли. Упс. У вас есть ведро? Вот он. А что такое? Я нечаянно там застроил воду. Хотел вылезти. Тебе повезло. Угу. Чё, нам надо сделать такую большую платформу, где будут спавниться всякие мобы. Да, ты прав. Да. Ферму надо будет сделать, но бог. Прав. Абсолютно. Так. Я копаю в самый низ сейчас. Точнее, я прохожу в самый низ, потому что у меня же вскопано. И тут начинаю делать платформу из полублока, для того, чтобы мы не упали. А если вдруг падаем, то вы, опять же, пишите slash is go. И тогда вы сможете телепортнуться на место спавна своего на этом острове. По бокам этого острова есть... Я об этом не говорил еще, да? По бокам этого острова есть... Вот сейчас до бока дойду, края, и вы увидите, скорее всего. Ну или я сейчас прорезовку сделаю, потому что не хочу так далеко строиться. Там есть барьер. И за него мы не можем сделать. Мы можем этот барьер расширять, покупая донат на этом сервере. Mm-hmm. Я подозреваю... Что-то там упал уже, да? Нет. Нет? Я подозреваю, что этот барьер... Точнее, не подозреваю, а... Я знаю, что этот барьер можно расширять, донатить на этот сервер. Но подозреваю, что мы не будем этого делать. Mm-hmm. Просто новость. Так, я поставил платформу. Вот, алмазы надо добыть нам. Это будет очень кстати. Надо найти еще два алмаза. Один найден. Так, железно идет на переправке. Пауза. Так, пауза прошла, ребят. Извините, опять технические неполадки. Вот кто-то просил ведро, но тут есть бесконечный источник. Вот он. Кто-то? Вот бесконечный источник. Так, можно тут еще сделать два генератора, но я это сделаю чуть попозже, когда у нас будет внизу что-то. Грядки? Нет смысла ставить, потому что у нас будет еда тут. Вот пшеница у нас есть, вот у нас есть хлеб сразу, тут есть яблоко, а яблоки у нас будут падать с деревьев, так что... Так, у нас железо уже переплавилось, это очень круто. Мы сейчас сделаем кирку железную и сможем добывать золото. Ну, железную кирку лучше сильно не тратить, ребят. Вот железо, вот ведро, кто просил, берите, кому надо. Так, пока что на первое время нам можно просто...
прыгать в бездну и тем самым насыщаться. Вот так же постоянно нельзя. Ну да, это так работает. Умер, насытился. В Майнкрафте, конечно же, ребят, вы не подумайте. Надо поставить таймер какой-то. А зачем таймер? Просто потом нарежем серии и все по 15 минут. Обрежем лишнее. О, алмазы. Супер. Так, погоди. У нас есть ведро. Где тут ведро? Есть. Хорошо, есть. Мы поставили. Стой, не ломай, не ломай, не ломай. Зачем так ломать? А как? Сломай вот этот блок. Чего? Так. Алмазы добыты. Мне кажется, лучше тут сделать, чтобы вода вниз падала. Вот туда. Если так, мы так сделаем, то не будет работать генератор. Ты чё, Миш? Да. Ага. О. Так, сейчас я подойду, добуду вон тот алмаз. Нам нужен еще один алмаз, у нас будет алмазная кирка. Подозреваю, он где-то вот тут может быть. Так, тут бездна. О, я нашел алмаз. Все круто. Мы сейчас сделаем алмазную кирку. Я добыл алмаз, и сейчас я добуду последний алмаз. Так, вот тут я подозреваю, лучше сделать вот так. Мы добыли алмаз. Мы добыли алмаз, правильно. А у меня такой вопрос, тут есть портал в Эндермир? Есть. Я сейчас покажу, где. Я уж думал, я сейчас упаду, но я не упал. Мне так повезло. Так, тут этот. Я сейчас покажу, где он. Кварц, ну, круто. Так, сейчас я сделаю сразу алмазную кирку. Где доски? Вот доски. Палочки. Жаль то, что я не могу играть с Оптифайном. Иначе у меня почему-то бандикам не работает, ребят. Мне пишет ошибка кодека. Я пробовал менять кодек, драйвера я не могу обновить, потому что у меня максимальная версия стоит, они обновленные. Это не выходит на мою видеокарту новую драйвера, на драйвера, потому что видеокарта старенькая. Можете посмотреть на F3. NVIDIA, GeForce, GTS 660. Я не вижу, где это написано, я просто помню. А, вот справа дисплей 1900 на 1080, GTS 450. NVIDIA. Так, мы сделали, да, алмазную кирку. Я ее кладу в сундук, лучше ее не брать. Пока что. Нам нужно добыть редстоун и. Вот, редстоун, супер. Добываем редстоун. У меня вопрос. Вот я беру вещи случайно в левую руку, нажимаю на них, они куда-то исчезают. Мысли. Возьми в левую руку, нажми на вещь. В смысле? А. Но это потому что так сервер устроен этот. Ой! Хорошо, что это не алмазная кирка. А, вор. Ладно, нормально, нормально. А это потому, что так версия работает, сервер. Так, нам нужен камень. Но нам еще мало редстоуна. Нужно больше камня, больше... Так, сейчас как раз переплавлю. Займемся этим. Уголь весь в печку поставлю. Так, молодец, копаешь. Работаю, копатель онлайн. Так, сейчас я сделаю полублоки для того, чтобы построить платформу больше. У нас уже выросла пшеница вроде бы. Золото тут упало. Ну, вскопать. Золото, оно тут не нужно. А вскопать, ну, у Вани у нас железная кирка. Да? А, откуда она мне? Ты ее у меня украл. Тут еще золото. Дай просто ему железную кирку и все. А зачем мы булыжник поставили, чтобы на камень? А так надо? Где? В печь. Да, так надо. Чтобы сделать повторить рекомпараторы. Ага, хорошо. Я железную кирку обратно положу. Молодец. Копай, Миш. Да. Тут есть дерево, можно еще раски подобывать. Вот я уже один добыл. Тут внизу есть листва, точнее, не дерево. Я извиняюсь, я ошибся. Можно подобывать раски. Так, сейчас я пойду наверх, поставлю такой же слой булыжника, чтобы мы могли сделать еще генератор лавы и так далее. Ай! Дерево во мне появилось. Так. Он появился. А когда дерево ломаешь, листва падает?
Нет. Нет, падает. Чтобы листва упала, нужно ножницы нужны. Ну, не, погоди, не сразу падает, если ты про это. Она со временем опадает. Не знаю, я сейчас дерево срубил, там вся листва упала с него. А сразу? Да, и ну, дерево само упало. Возможно, это плагин из сервера. Скорее всего, так оно и есть. Так, сейчас начнут спавниться мобы, так что нам нужна броня. Так, вот она лава, да? Люди, она тут капает. Лава. О, лазурит еще. Супер. Но нам пока что не нужен. Где-то тут лава? А, Вань, можешь встать сейчас, где лава? А где лава? Прям сверху, на этот блок. А, ага. Сейчас я упал сам вниз. Я понял. Так. Лек, стань над лавой. Над лавой стань. А тут ты проход разобрал. Над лавой. А тут ты проход разобрал. Стань над лавой. Ну, на полублоке, который да, над лавой? Да. Ну, встал. Ага, спасибо. Так, раз, два, так, ага, я понял. Все? Да-да-да. Так, сейчас я сделаю такую платформу безопасности, чтобы мы могли аккуратно срубить землю. И... Её поставить потом назад. И сделать еще больше генератор. У нас есть железо, Миш? Нет. Но я тут добываю. Жаль. Ну ладно. А, железная руда. Ну, да. А, ну тогда супер. Поставь на переплавку. Сейчас. Так, сейчас сделаю вот так вот. А, блин, я ж внизу уже поставил. Ну ладно, да, не надо нам так делать. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. И мне не хватило блоков, вот блоки. Одна железная руда пойдет, и одно железо. Есть. Мало, но нормально пойдет. Пока что пойдет, надо добывать дальше. Так, у меня ведро. Так, нужны блоки. Супер, спасибо. Так. Кого-то эхо, ребят. Это надо исправить. Пауза. Окей. Так, мы продолжаем запись. Эхо устранено. Надеюсь. Надеюсь. Так. Я запутался. Что-то ничего не растет? Ничего не происходит? Как это не растет? Я недавно видел, что что-то росло. Так, погоди. А, я понял, в чем моя проблема. В общем, беда тут. А сколько редстоуна надо? Чего надо? Редстоуна. Много. Достаточно много. Так, в будущем мы сделаем автомайнеры. Ну, не автомайнеры, а просто свои твинки, которые будут копать нам руду за нас. Но это в будущем. У меня сломалась кирка. Но я зато все сделал. Вот, у нас теперь 4 генератора. Подозреваю, надо осветить местность немножко. Не богохульствуй. Так, и так продолжалось 2 часа. Да. Я не выстрелил этот путь. Сколько у нас? Положите все ресурсы, пожалуйста, в сундук. Лазурит есть, круто.
Так, сейчас мне надо посмотреть. Я не помню, как делается компратор, по-моему. Что-то вот такое. Факел красный. Стол попал. Да, я вспомнил, кажется. Нам нужно 4 повторителя. Пауза. Так, мы продолжаем технические проблемы. Подожди, что ты не сказал? Значит, 3 включаем. Раз, два, три включаем. Так, у нас техническая проблема, мы продолжаем. Редстоуновый факел, редстоун. По-моему, вот так делается повторитель. Не так. Вообще не так. Вот так. Не так. Миша, редстоун. 2 редстоуна. Ваня, можешь посмотреть, как делается повторитель и компаратор? Нам нет, не могу. Повторителя. Я просто не могу свернуть, а то у меня вылетит игра. Я не могу. Ладно, я поставлю на паузу. Мы продолжаем запись, и я понял, почему мне не работает редстоун, потому что это андезит, а не булыжник, а не камень, точнее. О, так. Железо есть. Нужно еще одно железо. Есть железо еще одно? Да, в печке посмотри или в сундуке. Ну, я с печки взял, нужно еще одно железо. Кинул сундук. Вот я спасибо. На пол Миша скинул, подойди вперед. Я понял.